Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Эти люди всегда доброжелательны по отношению к окружающим, обладают даром создавать вокруг себя приятную, спокойную атмосферу. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Эти люди дружелюбны и общительны. Окружение ценит в них умение создавать вокруг себя приятную, доброжелательную атмосферу. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обладатели этого имени гостеприимны, их дом всегда полон друзей и знакомых. Звук «У» дает человеку активное воображение. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Если владелец этого имени неуважительно относится к природе, то он вредит самому себе и за все проделки будет наказан. Лучше быть заботливым. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.